Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос, вернее, ремарку, которую озвучивает коуч. Если позволите, спрашиваем разрешения, я могу намекнуть через свои гипотезы. Возможно, они помогут вам сгенерировать свои. Вот такая вот витиеватая фраза, что она, собственно, нам дает. Ну, прежде всего, для клиента это возможность каким-то образом стартовать творческий процесс с гипотез клиента. Не обязательно, здесь очень важный момент, что цель вот этой вот фразы и цель того, что коуч делится с клиентом, она не для того, чтобы коуч свой опыт передал, научил, выступил как эксперт, а чтобы фактически опыт как метафора. Вот, наверное, вот этот вот момент хотел бы отметить, что когда коуч выражает, вот я вот так вот действую, вот такие вот у меня там моменты, такая ситуация в жизни была, то здесь возникает момент, во-первых, призыв клиента, ну, то есть предложение, по сути, клиенту тоже подумать над этим. Клиент может, собственно, подумать над этим. И здесь еще есть такой момент, что ну, у клиента включается какой-то момент, вот со мной поделились, мне открылись. А в ответку вроде бы тоже что-то вот такое вот чувство, как предложение, да, передо мной открылись, и как бы почему бы и мне не открыться, собственно, поисследовать. И вот это вот выражение может дать клиенту возможность поисследовать глубже и, возможно, накидать свои гипотезы и идеи, как двигаться. Коллеги, всем добра, пока-пока.